Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Валерий Игнатов. Сейчас мы с вами находимся на фермерском хозяйстве компании Snails House. В этом видеоролике мы дадим 5 рекомендаций молодым фермерам по подготовке земли, почвы перед высадкой вашей улитки. Рекомендация номер 1. Ваше поле должно быть максимально ровное. После зимы, перед посевом кормовой травой вашего поля, его необходимо как минимум продисковать, закультивировать. И это правило номер 2. Правило номер 3. Семена кормовой травы перко после посадки нужно прикатать катками. Правило номер 4. Через неделю после высадки семян в почву поливайте, пожалуйста, свою травку каждый день. Это ускорит ее рост. Правило номер 5. Оставайтесь всегда жизнерадостными, не унывайте. Если у вас возникнут какие-то сложности или вопросы в нашем бизнесе, связывайтесь с нами, мы с удовольствием вам поможем. Надеюсь, наше видео было для вас полезным. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Дальше будет круто.